эфире новости из студии на Маховой. Здравствуйте, с вами Даниил Лапин и Яна Заика. Коротко о главном. Виктор Янукович примет участие в саммите Восточного партнерства. Московский ГУМ подтвердил информацию о начале демонтажа павильона чемодана Луи Виттон. В США отмечается День благодарения. Далее подробнее. В отношении бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное дело. Экс-министр обвиняется в халатности при строительстве подъезда к некоммерческому предприятию «Житное» в Астраханской области. Ущерб, нанесенный государству, превышает 56 миллионов рублей. Наказание по статье «Халатность» предусматривает штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком от 6 месяцев до года или арест на срок до 3 месяцев. В настоящее время бывший глава Минобороны получил должность гендиректора Федерального центра машиностроения. Сегодня вечером президент Украины Виктор Янукович примет участие в саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Главной интригой остается вопрос, подпишет Украина соглашение об ассоциации с ЕС или нет. В ходе саммита ожидается подписание аналогичных документов Молдавии и Грузии. Напомню, что в прошлый четверг Киев решил возобновить диалог с Россией, отношения с которой, по словам премьера Азарова, для Украины важнее. Несмотря на массовые протесты сторонников сближения с Европой, Виктор Янукович едет в Вильнюс без определенных планов. В Европе все же не исключают подписание соглашения. По опросам, большая часть населения Украины стремится к евроинтеграции, пишет «Коммерсант». А что об этом думают россияне, выяснял Тимур Зиатов. То есть, мнение мое двойственное. С одной стороны, для Украины это выгодно. Все-таки там будут, чисто как потребитель, там будут товары из Евросоюза, совсем другой уровень жизни. То есть украинцев бы действительно уровень жизни бы значительно поднялся, потому что сейчас в Украине ситуация очень плачевная. Я искренне считаю, что Украина не должна подписывать этот договор и вступать в Евросоюз, потому что Украина не есть Евросоюз. Украина – это когда-то была частью России. Поэтому я считаю, если она подпишет этот Евросоюз, то у нее могут конкретно испортиться отношения с Россией. Просто я считаю, что это дело Украины, и России вообще не надо вмешиваться в это. К другим новостям. В киевском аэропорту Борисполь обнаружен радиоактивный багаж. Несмотря на то, что уровень радиации в несколько раз превышает норму, предмет не представляет серьезной угрозы для людей, сообщает Служба безопасности Украины. Багаж прибыл из аэропорта Шереметьево. Владельцем оказался гражданин Вьетнама. Саму находку доставили на спецкомбинат «Радон» для дальнейших расследований. Московский ГУМ подтвердил информацию о начале демонтажа павильона чемодана «Луи Виттон» на Красной площади со вчерашнего дня. Напомню, что огромный выставочный павильон был установлен 19 ноября. Неожиданное появление такой конструкции в историческом центре рядом с храмом Василия Блаженного вызвало сильный общественный резонанс и недовольство граждан. И последняя, курьезная новость. В США на традиционной церемонии накануне Дня Благодарения Барак Обама помиловал двух индеек – попкорн и карамель. Ранее пользователи социальных сетей Facebook и Twitter решали голосованием, кому из птиц присвоить звание национальной индейки. Напомню, что церемония помилования проводится с середины 40-х годов прошлого века, но официальный статус она приобрела при Джорджа Буша-старшем. У нас все. С новостями вас познакомили Даниил Лапин и Яна Заика. Далее в эфире «Исторический календарь» с Валерией Казанской и Анной Ромащенко. Здравствуйте! 28 ноября 1838 года в Ярославской губернии в семье крепостного крестьянина родился Алексей Опекушин, знаменитый скульптор. Его дар ваятеля романтика раскрылся в монументальном искусстве. Вершины его творчества стали памятнику Пушкину в Москве. В 1880 году родился Александр Блок, классик русской поэзии Серебряного века. Его известный цикл стихотворений о прекрасной даме посвящен жене, Любови Дмитриевне Менделеевой, дочери великого русского химика. Блок принял революцию, ее отражением стала поэма «12». Строки из этой поэмы «Да, мы скифы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами» стали практически афоризмом. А что знают о Блоке наши современники, узнал Тимур Зиатов. Ты слышишь, Блок, что первое приходит тебе на ум? Ну, конечно же, мне приходит портрет величайшего русского поэта и публициста. И, конечно же, фраза из великой
поэмы «12», «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Великий русский поэт. Как его зовут? Александр Блок. Слава Богу. Можешь что-нибудь процитировать? Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет, живейший хоть четверть века, все будет так, исхода нет, умрешь, ну и так далее. А в 1914 году в этот день появился на свет советский поэт Константин Симонов. Кто не знает его знаменитые строки «Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло». После публикации в «Правде» этого стихотворения Симонов стал известным всей стране. В качестве военного корреспондента он побывал на всех фронтах, был свидетелем последних боев за Берлин. Также 28 ноября родились австрийский писатель-романтик Стефан Цвейг, философ и соратник Маркса Фридрих Энгельс, композитор и пианист Антон Рубинштейн и филолог и общественный деятель Дмитрий Сергеевич Лихачев. О самых ярких и интересных событиях, которые произошли 28 ноября, мы узнаем от Анны Ромащенко. Здравствуйте! 28 ноября 1974 года состоялось последнее выступление Джона Леннона на сцене. В этот же день, но в 1943 году в Тегеране прошла первая конференция «Большой тройки», в которой приняли участие Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Результатом конференции стало принятие декларации о совместных действиях против Германии. Главная же цель – достигнуть договоренности об открытии Второго фронта в Европе. 28 ноября 1660 года в Лондоне 12 джентльменов из кружка любителей наук составили документ, в котором заявили о решении основать колледж для развития физико-математических экспериментальных знаний. Девизом их общества было «Nihilus in verba», что означает «не верьте на слово». Эта дата является днем создания Лондонской академии наук. Напомним, что на данный момент эта академия является одной из самых престижных в мире. В Соединенных Штатах в этот день отмечается День Благодарения, а в нашем народном календаре это Гуриев день. День посвящен памяти трех христианских мучеников – Гурия, Симона и Авеля, живших в III и IV веках. В народе считалось, что Гурий помогает лечению дурных болезней. В этот день к святому было принято обращаться с соответствующей молитвой. Говорили также, что на Гурия... На день Гурия зима приезжает на пегой кобыле и разгоняет всех нечистых. В этот день вообще уделяли много внимания лошадям. Гурий без лошади, что зима без января. Именно так говорили наши предки. Было поверье, что если на день Гурия ляжет снег, то он пролежит до половодья. Снег у нас выпало сейчас, а сколько он пролежит, нам расскажет наш синоптик Ксения Кильдеева. Дубленки и шубы соскучились по своим обладателям. Аномально теплая для осени погода покидает нас, и наступает настоящая зима. В Москве сегодня от минус 1 до минус 3. Советую взять с собой зонтик, так как днем ожидается мокрый снег с дождем. Подошло время автомобилистам надевать зимнюю резину. Возможен гололед. В эфире рубрика «Под прессом». В студии Ксения Лазарева и Анна Шулик. Тема украинской евроинтеграции продолжает оставаться главной в наших газетах. «Россия и Евросоюз не готовы принять финансовые требования Киева», пишет независимая газета. Представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов считает, что выход из ситуации помогут найти трехсторонние переговоры с участием России. Но, по мнению экспертов, такие переговоры опасны для Украины. Москва и Евросоюз могут договориться напрямую, за спиной Януковича. Специально для газеты «Коммерсант» бывший министр иностранных дел Игорь Иванов, бывший министр обороны Великобритании Дезмонд Браун и экс-глава МИД Польши Адам Даниэл Ротфильд написали статью, посвященную вопросам интеграции. Цитата. «Мы убеждены в необходимости нового проекта сотрудничества, в котором Европа рассматривалась бы в самом широком смысле, как географически, так и политически, от Норвегии на севере до Турции на юге, от Португалии на западе до России на востоке». Бывшие чиновники называют этот проект «Большой Европой». «Разрушается стереотип о неприкосновенности высокопоставленных чиновников», цитирует Юрию Чайку в «Ведомости». По словам генпрокурора, в первой половине этого года осуждено больше 3500 коррупционеров различного уровня. Среди них – сотрудники МВД и судебные приставы. Но слова о разрушении стереотипов звучат неубедительно на фоне освобождения из-под стражи основных фигурантов дела оборонсервиса. Большинство осужденных за взятки по-прежнему учителя в России, врачи и рядовые сотрудники полиции.
Редкие задержания мэров и чиновников федеральных ведомств – результат обострения борьбы кланов и группировок, пишут ведомости. Почти половина россиян считает Государственную Думу бесполезной, пишут новые известия со ссылкой на опрос Левада-центра. Социологи связывают непопулярность Нижней палаты парламента с тем, что законопроекты, которые Дума обсуждает, никак не регулируют общественную жизнь, а также с общей закрытостью законодательного органа. Граждане считают, что все законопроекты, которые вносят правительство и президент, проходят автоматически. Сами депутаты винят во всем сложившуюся систему, когда одна партия, обладающая большинством мандатов, может принимать решения, не считаясь с другими мнениями. Людям хочется символов и знаковых фигур. В массовом народном сознании соседствуют два больших портрета – Сталин и Николай II. Альтернативных портретов, к сожалению, пока не возникает. Так богослов Давид Гзгзян объясняет в интервью «Огоньку» причины ажиотажа, связанного с выставкой «Православная Русь» Романовы. Он поделился своими мыслями о новом российском парадоксе – всплеске интереса к императорскому дому. Гзгзян считает, что прославление монархии – это массовое шоу. Россиянам свойственно не ставить проблемы, а избегать их. И относительно образа эффективной власти это особенно явно ощущается. Сегодняшнюю прессу читали Анна Шулик и Ксения Лазарева. На этом наша программа завершается. Ее подготовили студенты 206-й группы. Всего вам доброго и до новых встреч!